Привет, ребят, извините, пожалуйста, можно на минуту вас отвлечь? У меня на телефоне деньги закончились, буквально на одну минуту позвонить не будет у вас? Спасибо большое. Да, я здесь, далеко не буду уходить. Алло? Алло, здравствуйте, это не ваша дочь, я звоню с ее телефона, она мне очень понравилась. Я просто хотел с ней погулять, если вы не против. Познакомимся поближе. 25, сейчас, секунду, ребят, поговорю, ладно? 25. Да, обеспечены, все в порядке, все хорошо. Спасибо большое, спасибо. Вставай, твоя мама разрешила, чтобы ты со мной пошла познакомиться и погулять. А ты ничего не перепутал? Моя девушка. Ты ничего не перепутал? У нас вообще первое свидание было, а уже нет. Уже не было свидания. Как тебя зовут? Эглафира, пойдем. Я пойду на свидание к другому.